день, а ты не дрейфишь. Ребят, тут такое эхо. Эхо? Ой, вот как уберечь, если она теряется все время. В смысле теряется? В лесу потерял тебя. Эхо? Вот, надо было пойти и посмотреть, где я все потерял. Это ты гнешь свою линию, свои правила какие-то выставляешь. Я женщина, да. Вот. А мы шли как бы с вами, мы втроем целенаправленно шли. То есть мы решили четко своему мозгу поставить задачу мышцам и телу идти, короче, до того участка. Мы идем туда, и вдруг ты, короче, отстаешь. Мы все стоим тупо, мы собираемся идти, не можем идти, тебя ждем, как дураки. Вот, потом мы все-таки идем и периодически останавливаемся все равно тебя подождать. Вот. А человек должен, если он решил идти, он должен идти, и его никто мужской не взгляд. Останавливать. Ага. Вот.